On the ice, representing Republic of Korea, Yura Min. У бортика Игорь Шпильбанд, уже успевший вывести на лед Кавиту Лоренцо и Йоти Полисакиса. Сейчас из его группы будут представлять публике свой произвольный танец Юра Мин и Александр Гамелин, фигуристы, представляющие Южную Корею. На 19-й позиции они находятся после первого дня танцевальных соревнований. И для них это первый чемпионат мира, при том, что они являются действующими чемпионами своей страны. Очень нежное катание, хороший танец под музыку Эннио Морриконе, фильм кинотеатра «Парадиз». Вообще могут сейчас здорово поправить собственное положение дел фигуристы из Южной Кореи.
Ну вот это досадное падение, конечно, на секции Квизлов. Им всерьез подняться по турнирной таблице не позволит. Вообще, наверное, не позволит, скорее опуститься. Хотя по катанию, по впечатлению, произведенному на зал, эти спортсмены могут соперничать с теми, кто находится с ними в одной разминке. Даже не пришлось далеко переезжать из Соединенных Штатов в Америке, в другую страну, этим фигуристам. Дело в том, что Александр Гамелин сам американский паспорт, Юра Мин тоже родилась и выросла в Соединенных Штатах Америки, поэтому все, что им нужно для выступления за Южную Корею на играх, помимо наличия, собственно, квоты, еще и получения корейских паспортов. Известно, ИСУ относительно лояльно смотрит на участие спортсменов на чемпионатах мира, Европы и четырех континентов, не имеющих паспорта того или иного государства. Еще сейчас не путаюсь, то один только спортсмен из пары либо дуэта должен иметь гражданство той страны, за которую выступает. А вот что касается Олимпийских игр, то все зависит не только от Международного союза конькобежцев и фигуристов, но и от Международного олимпийского комитета. А там все значительно строже. Если нет паспорта, выступать за страну не можешь, только при наличии гражданства. Да, вы видите, меньше 80 баллов набирают эти спортсмены. И это абсолютно худший результат в произвольном танце. Плюс ко всему и по сумме баллов тоже они вряд ли могут претендовать на что-то серьезное.